Кофейня «Эль Греко» – самая старая кофейня в Риме. Ей уже 250 лет. Здесь когда-то пил кофе сам Николай Васильевич Гоголь и писал первый том «Мертвых душ». Кстати, все официанты и весь персонал в «Эль Греко» носят смокинги. И я в своем луке чувствую себя крайне неуютно здесь. Прего, сеньори. Мульто грацио. Кофе-бомба. Самый крепкий и ароматный в мире. За 300 лет итальянцы наплодили столько рецептов кофе. Макачино, маракино, капучино, лунго, макиато, ристретто, коретто, классе, романо. Итальянцы знают толк в кофе и, кстати, косо смотрят, когда кто-то пьет его неправильно. Так что хотите выглядеть достойно, запоминайте. Здесь никто не заказывает двойной эспрессо. Хотите кофе покрепче? Говорите бармену «Допио». Разницы никакой, зато будьте своим парнем. В Италии принято пить кофе с молоком или капучино до обеда. Потому что в обед итальянцы начинают пить вино. А как они утверждают, молоко портит винное послевкусие. И напоследок. Если вы хотите сэкономить, пейте кофе у барной стойки. Ведь оно будет в 3 раза дешевле. Кофе у стойки стоит 90 центов. А кофе за столиком 2,5 евро. Потому что в цену включают обслуживание. Дома я тоже хочу пить кофе по-итальянски. Поэтому сюда я пришел купить себе настоящую домашнюю итальянскую кофемашину. Кофеварка в Италии называется Мокко. 80 лет назад ее придумал местный предприниматель Альфонсо Биолетти. Мокко стала известной на весь мир. Такую можно и у нас купить. Но все же лучше в Италии. Во-первых, напрямую от производителя, можно сказать, из рук в руки. А во-вторых, здесь такой выбор. От самой маленькой для скромняшек до самой огромной для суперкофеманов. Мокко работает по принципу вулкана. В нижнюю часть наливается вода. В ситечко насыпается молотый кофе. Мокко ставится на огонь. Пар вытесняет воду вверх. Она проходит через кофе и поднимается в верхнюю часть уже ароматным кофейным напитком. Надо что-то подешевле. О, какая хорошенькая. И цвет классный, мне нравится. Красный, итальянский. И стоит она 20 евро. Мне нравится, я покупаю.